известно, что кошки – это животные, которые любят свободу. Им просто необходим простор для нормального существования. Поэтому некоторые представители кошачьих предпочитают жить на улице вместо теплого дома. Эта история как раз про такую любительницу вольной жизни. Эта кошка жила на улице и делала то, что хотела. Одна добрая девушка заметила животное и начала его подкармливать. Киска охотно ела, но не подпускала свою спасительницу к себе. Однако вскоре она все же решила отблагодарить добрую девушку, причем сделала это весьма оригинальным способом. Однажды девушка пришла к месту, где она кормила кошку, и обнаружила там маленького котенка. Кормилица очень удивилась, однако поняла, что животное доверило ей своего малыша. Девушка соорудила для мамы и котенка дом. Через пару дней она обнаружила, что кошка опять ушла. Девушка взяла котенка и поехала с ним к ветеринару. Врач сказал ей, что малыш абсолютно здоров. Девушка решила оставить малыша по имени Флуффи себе. Теперь котенок живет в большой семье, где помимо него есть две собаки и кот. Малыш заметно подрос, он чувствует себя хорошо, но самое интересное, что его мама-кошка периодически навещает своего котенка